И сейчас ему устроят вырезание. Причем конкретное вырезание. Каждый день в новостях будет по 10, по 30 мертвых ОМОНовцев, если не сотни. Люди знают, где они живут, люди знают, с кем они живут, люди знают, с кем они спят. Я, наверное, каждую новость, когда буду узнавать, что умер ОМОНовец, буду праздновать. За каждую смерть ОМОНовца, за каждую смерть мента буду праздновать каждый день. Для меня будет праздником. Я лишь об одном надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, и чтобы они мучились каждую секунду. Ну, я надеюсь, что, может, все-таки люди одумаются. А я надеюсь, одумываться никто не будет и начнет их резать. Если бы кому-нибудь из них коктейль Молотова в лицо прилетел, когда он идет домой, мне бы так это душу порадовало. Информация о этих суках уже есть. Где они живут, с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Там был парень один другому так сказал, что они собираются резать семьи этих ОМОНовцев. Если я буду знать, что человек убивает ОМОНовцев, я, ну, то есть сам лично помогать ему не буду. Но если ему надо будет перекантоваться, чтобы его никто не нашел, я всегда помогу такому.